«Добрые друзья», с вами Андрей и Максим. Итак, сегодня у нас финальный выпуск нашего шоу первого сезона. Остальные выпуски вы можете посмотреть у нас по подсказке, но сегодня у нас самый, как по моему мнению, легендарный гол. Внимание! Мы посмотрели гол Лионеля Месси со штрафного в Лиге Чемпионов, он забил Ливерпулю. И у нас сегодня последний выпуск, я напоминаю, битва за 50 тысяч рублей. Регламент шоу у нас такой. У каждого есть по 5 ударов, если он попадает мимо. Это 0 баллов, если забиваем абсолютно любой гол, это 10. Забиваем красиво, это 20. И повторяем в точности. А гол, это 30 баллов. Гол! 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 10 оборотня! Понятно, бетон! Макс, Макс, ну что получается, сейчас, все? В общем, все ваши Тудрот, Амкал, они просто идут лесом, потому что сейчас это прям вообще нереальная была интрига. Каналу 3 года. И за 3 года вы постоянно видели нас с Максимом в противостояниях, что на поле, что в FIFA. Ну, просто дома мы играли в всякие турниры. Но тут это просто... Это не просто было ради какого-то веселья, развлечения. Это реально были 5 выпусков на деньги. Практически, получается, мы в каждый выпуск мы по 5 скидывались. И вот Максим зарабатывает мои 25 тысяч. Того у него в сумме сейчас 50 тысяч рублей. Спасибо всем большое, друзья, за просмотр. С вами был Андрей, Максим. В течение всех 5 роликов нас снимал Святослав, ссылочка на него будет в описании. Итак, друзья, чтобы вам показать, что реально все честно, вот 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 тысяч. 25 тысяч Максима, 25 моих. Друзья, если вы хотите видеть второй сезон, пишите в комментариях под всеми роликами, которые вы смотрели, какие вы хотите голы, чтобы мы взяли. Может быть 5 выпусков, может быть 10, например. Может быть и бюджет действительно больше будет. Так что подписывайтесь.
нашли с Максимом, сыграем мы